И пока дельфинарий закрыт на карантин, похожее шоу можно увидеть в акватории Одесского порта. В сеть попало любительское видео. На кадрах несколько дельфинов вплотную подплывают к берегу и ловят рыбу. Все происходит на глазах у случайных прохожих. Дельфинам такое внимание пришлось по душе. Видно, как животные выпрыгивают из воды и абсолютно не боятся людей. А, молодец, а, красавец, а, молодец. Вот. Ай, пузико, моя умничка. Рыбу поймал.